Давай, берись за дело. Поверь в себя. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро. Пожаловать, Сэм Бриджес. Обещаю. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена. Сэм, мы высоко ценим. Сэм, мы вызываем. Здравствуй, Сэм. Давно не виделись. Ты помнишь, что делать? Представь себе то место, куда ты хочешь попасть. Что я мокрый, угодил под дождь. Опс. Я не хотел устраивать тебе душ. Я думал переждать, но посмотрел на часы. Прости, что так получилось. Глаза затекло. Подожди секунду. за внука и Привет. Молодец, что зашел. Вот, посмотри. Это твой новый браслет. Теперь это не просто терминал, но еще и оружие. После прошлого соединения я полностью его переделала. Оружие, говоришь? Ну да. Резаки. Сейчас объясню. Все твари соединены с той стороной через свою пуповину, так? И когда перенесенная по ней материя из нашего мира входит в контакт с их антиматерией... Бум! Выплеск. Но... Как и предполагал Дедмен, у твоей крови есть особые свойства. Ею можно перерезать пуповину. Вот это я и добавила. Перережешь пуповину, и тварь вернется в свой мир. Нет твари, нет выплеска. Победа. То есть их можно подрезать? Если сумеешь незаметно к ним подобраться, да. Супернаручники и резаки. Да. Давай их опробуем. Обрежь нить между нами. Она уснула. Я ее накормила досыта. Давай. Прошу, Сэм. Освободи нас. Она была чужая в этом мире, но... Все равно я не хотела ее отпускать. Хотя она уже потеряна. Понимаешь, она не совсем моя дочь. То есть про теракт и так далее ты наврала? Нет. Это была правда. У меня не вызревают яйцеклетки, а у Локни больная матка. Короче говоря, мы обе не можем иметь детей. И я с этим свыклась, то есть... Думала, кому нужны эти дети. Но сестра считала иначе. Она хотела ребенка. Передать свои гены. Она влюбилась в сотрудника Бриджеса, но он погиб, несчастный случай. Конечно, она была потрясена. Я тоже. В то время я могла чувствовать ее сильные эмоции, а она мои. Когда я поняла, что жить она больше не хочет, я сказала ей: «Родим ребенка». Мы оплодотворили яйцеклетку Локни его замороженной спермой, а я ее выносила. Во мне рос здоровый ребенок, а потом случился теракт, и связь оборвалась. Я хотела сказать ей, но со мной была дочь. Я не могла ее просто бросить. Я не права. Нужно ей сказать. Иногда надо рвать старые связи, иначе не завести новые. Если мы хотим объединить мир, сперва я должна вернуть себе сестру. Прошу, Сэм. Режь. Домой к Локни. Сэм, застегнешь меня? Я давно уже не была снаружи. Слишком много впечатлений сразу. Ты уверена? Я думал, у тебя развилась клаустрофобия после того случая. Переживу. Главное, чтобы я могла выглядывать. Тепло света, касание ветра, аромат мира. Везет тебе. Между вами осталась связь. Ладно, Сэм. Давай. Я тут приготовил для тебя классный сюрприз. А у тебя, как я погляжу, руки заняты. Ну и ладно. Всегда можно чуток изменить правила. Приготовься. Сейчас. А он голоден. От тебя требуется лишь одно – не угодить ему в пасть. Хорошая игра! Еще какая! Беги, Сэм, беги! Спасибо тебе, Сэм. Это потрясающе. Не понимаю, как тебе это удалось. Нам бы твои таланты. Больницу, в которой я была, разрушил мост. У меня до сих пор кошмары. Я все еще слышу треск, и потом, как все рушится. С тех пор я до смерти боюсь мостов. И да, я знаю, как это звучит в связи с нашим работодателем. Темноты я тоже боюсь. Больше не сплю. Не могу. Сканируют удостоверение. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего. Ухода. Все чисто. Добро пожаловать в полицию Бриджес. Все чисто. Добро пожаловать в Сэм Бриджес. Применять оружие запрещено. У тебя все получится. Yeah. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Бриджес. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Бриджес.